В Усецком селе Верхней Бешкиле открыли новый пешеходный переход через местную реку. Старому деревянному было уже 40 лет. Он был возведен еще во времена колхоза «Память Кирова». Давно обещал, и передвигаться по конструкции было небезопасно. Но рискуя, люди все-таки использовали мост. Этот мост для нас имеет стратегическое для села важное значение. Мы через этот мост гоняем, сельские жители скота гоняют. Более 100 голов каждый день утром проходит туда на пастбище и обратно идет с пастбища. Ну и на улице Заречной через этот мост проходят люди, там 25 домов находится. Надо проехать туда или скорая помощь, чтобы прошла, или еще что-то. Добавлю, новый мост был построен за 8 месяцев. Из районного бюджета выделили 980 тысяч рублей. Длина Верхнебешкильского моста 30 метров. И выдержать он может нагрузку до 5 тонн. Строители дают гарантию сооружения на полвека.